Идем вместе на экскурсию по Таврическому дворцу в Санкт-Петербурге. На днях студентам моего университета предложили сходить на открытую лекцию в Таврический дворец. Сейчас здесь располагается Межпарламентская ассамблея СНГ. Я с удовольствием пошла на эту лекцию, потому что я люблю обсуждать разные политические темы и учусь на международных отношениях, а также я просто обожаю ходить на экскурсии по старинным зданиям, где царит роскошная атмосфера.